Уважаемые коллеги, участники и спикеры конгресса, я приветствую вас и хочу пригласить на одно из событий Московского жилищного конгресса – заседание Совета организаторов мероприятий, которое пройдет в первый день форума 16 октября. Прежде всего, я поблагодарю Владимира Николаева за доверие и возможность быть председателем Совета и обещаю, что в партнерстве с Алексеем Гусевым мы сделаем все необходимое для его продуктивной и эффективной работы. Что в планах? В первую очередь мы ждем интересные доклады руководителей гильдии и ассоциации риэлторов Черноземья, Калининграда, Новосибирска, Барнаула, Нижнего Новгорода, а также ведущих наставников для риэлторов Елены Мельниченко, Ярослава Панкива, Евгения Таничева. Мы обсудим вопросы проведения форумов и выставок на территории России и за рубежом. Разберем типичные ошибки при организации мероприятий, поговорим о способах привлечения спонсоров и о продвижении ивентов через современные медиаресурсы. И, конечно, нас ждет обмен мнениями, открытый откровенный разговор, направленный на получение новых знаний и повышение уровня организаторских навыков и компетенций. Смена растет, будущее за молодежью, и поэтому главная задача Совета – развиваться на благо начинающих организаторов мероприятий. Мы должны научиться передавать опыт новым поколениям. За плечами многих из нас стоят десятки крупнейших мероприятий. И тот опыт, который могут передавать члены Совета, бесценен. А наши спикеры без преувеличения являются уникальными людьми. Поэтому еще раз приглашаю вас прийти на заседание 16 октября в 11:30 в зал Федерации ИЖС. И напоминаю, что количество мест, ну конечно же, в зрительном зале ограничено. Регистрируйтесь заранее и до встречи на Совете организаторов мероприятий в Москве